Приднестровье? Какое у них будущее? Будущее у них блестящее. Как только появится возможность вывести для последующей утилизации в России на российских производственных мощностях все то вооружение, которое находится на складах в Колбасной, необходимость в существовании, в продолжении, так сказать, деятельности оперативной группы российских войск отпадет, и эти люди наконец-то смогут вернуться на родину, так сказать, к семьям, детям и так далее. Очень часто задают вопрос, а когда такая возможность появится? Честное слово, не знаю. Знаю только одно, что на этих складах хранятся не детские игрушки, не бутылочки с молоком, так сказать, не соски, а это опасный смертоносный груз, повторяю, складированный там во времена Советского Союза. Единственная возможность вывоза этих боеприпасов через Украину, я не представляю себе человека, который сейчас взял бы на себя ответственность вести несколько эшелонов с этим, так сказать, смертоносным грузом через территорию Украины, когда там такие драматические события происходят. Поэтому единственное, что могу ответить, когда созреют, тогда созреют.